Всю ночь продолжались поиски 26 работников, пропавших на нефтяных камнях и участке Гюнашли. К поискам на участке Гюнашли привлечены 2 вертолета и 5 судов государственной пограничной службы и дополнительно 4 вертолета Министерства по чрезвычайным ситуациям. Поиски же 3 нефтяников, пропавших на нефтяных камнях, осуществляются в 3 направлениях – на вертолетах, судах и с помощью 2 водолазных групп. Кроме того, посредством судна «Ильгиз», оснащенного специальным оборудованием, велись подводные поиски. Несмотря на все это, поиски все еще не дали результатов. Работа по тушению пожара на платформе продолжается 24 часа. Уже на площадке установлено необходимое оборудование, и к концу сегодняшнего дня работы завершатся. Об этом сообщил главный инженер производственного объединения «Азнефть» государственной нефтяной компании Азербайджанской республики Баламирза Агарагимов на пресс-конференции, проведенной 8 декабря в 11 часов. Парван Рагимова, Шакир Гурбанов, Хумбет Мамедов, Азертач.